Всем здравствуйте, с вами Валентина Земскова, и в этом видео я вам расскажу, как зимовали мои клубневые бегонии. Эту бегонию я сеяла в прошлом году в январе, и я надеялась, что этой зимой она не будет спать. Но она решила иначе, она решила поспать, перезимовать, и я ей в этом помогла. Я показывала поэтапно, что происходило с этой бегонией. Я надеюсь, что будет вам интересно смотреть это видео, и желаю вам хорошего просмотра. Это бегонии у меня были посеяны в декабре прошлого года. То есть получается, что им сейчас уже примерно 10 месяцев. Вот эта желтенькая бегония у меня вытянулась вот таким образом. У нее уже вид испортился, вот у этой красной. Она была красивее. Это тоже было пышнее намного. То есть они уже декоративные свойства утрачивают свои. Хочу вам показать, что вот у меня бегония клубневая, видите, засохла. И я убрала вот эту верхушку. Здесь клубенечек хорошенький, такой тверденький остался. Так что будет что-то новенькое расти. И землю, скорее всего, я уже тогда поменяю этим клубенечком. Сейчас 20-й год, и уже февраль. То есть этой клубневой бегонии от посева уже год есть. И я хотела эту зиму, чтобы бегония не спала. Но вот у этого клубенечка обломился стебелек, а эта вот она у меня стала сохнуть, и я ее убрала вообще верхушку. Ладно, думаю, раз она хочет немножко передохнуть, хотя сейчас февраль, не знаю, сколько она будет спать, посмотрим сейчас. И я тогда вот это все убираю и поменяю землю. Раз уж она решила поспать, то пусть поспит уже сполна, и я ей сразу землю новую. Да. Так, уберу вот это вот все старое. Это старое отсыплю. Сам клубенечек достанем. И посадим уже его в свежую землю. Можно, конечно, при желании фунгицидом каким-нибудь обработать. Фитоспоринчики замочить, но я не буду этого делать. Тут старые корешки, уберу я их вообще, оставлю вот такого вот его клубенечка. Вот видите, какой хорошенький, крепенький, все с ним хорошо, ничего не сгнило, просто поспать решила бегонечка. Сейчас я этот горшочек помою и в этот же горшочек посажу. Так, ну что ж, насыпаю земельку. Сейчас сюда удобрение еще добавлю длительного действия на 8-9 месяцев. Утрамбовываю землю. Еще насыпаю. Здесь более рыхлая такая будет. И клубенечек кладу. Так, и сверху земелькой. Все, будет спать теперь. Уложили спать в свежую постельку. И другой достанем клубенечек. Он уже давно без дела сидит. Сейчас ему тоже обновим. По-моему, это желтая, а то была красная. О, клубенечек тоже крепенький, здоровенький. Тоже помыла горшочек, насыпаю земельку. И сажаю сам клубенечек. Все. Ой, его вытащила, потянула, думала, что-то лишнее. Все так вот. Все, земля влажная, поэтому я увлажнять сейчас не буду. Все,
пусть поспят бегонечки, потом будем следить за развитием. Вот и проснулась желтенькая бегония, вот она. Красненькая пока не просыпается. Вот и второй клубенечек просыпается. И этот уже вовсю растет. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Спасибо всем за внимание. Всего доброго.